В рамках нацпроекта «Экология» и губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» с 15 января по 15 февраля в городском округе Люберцы будут работать 10 специальных пунктов приема елей. Подарить елке вторую жизнь можно на улице Попова у дома номер 20, в поселке Калинина у дома номер 42, на улице Космонавтов у дома номер 46 и на улице Дружбы у дома номер 3, в поселке Томилино на улице Гаршина у дома номер 9/1, площадка Мегабак, на улице Пионерской у дома номер 3, в поселке Мирный на улице Свободы у дома номер 5, в поселке Октябрьский на улице 60 лет Победы у дома номер 1, в поселке Коренева на улице Чехова у дома номер 16, в Малаховке на улице Сакко и Ванцетти у дома номер 2. Собранные ели отправят на вторичную переработку. Сдав ели в специализированные пункты, каждый житель региона сделает свой вклад в сохранение экологии Московской области.